люди не притворялись быть лучше, чем они есть на самом деле. Я переехала в Москву, потому что я любила этого человека, потому что я хотела строить этим человеком жизнь в дальнейшем. И то, что я была не готова к чему-то, или то, что я была слишком мала, это не причина нашего расставания. Опять-таки, я не хочу ничего говорить плохого про человека, но причина нашего расставания были абьюз физический, эмоциональный и многое другое, о чем я не хотела бы как бы говорить публично, потому что я еще это до конца не прожила. Мне очень надо сильно работать с психологом, проводить очень долгие работы, чтобы пройти и забыть то, через что я проходила. И на данный момент, на сей день, есть очень многие детали нашего расставания, с которыми мне приходится как бы работать, и о которых я не говорю. И даже если я веселюсь в Инстаграме, и там улыбаюсь, и так далее, это все равно я ложусь спать с теми самыми мыслями. Вот. Я была очень наивна, очень глупая, и, наверное, я в какой-то степени заслужила такое отношение к себе, потому что я летала где-то в облаках. Но могу вам сказать,